несколько новостей. Во-первых, наступает осень. Во-вторых, у нас вон плющ уже залезает в ванну и даже в спальню. У нас, кстати, есть сгущенка, ничем не отличается от той, которую мы в России покупали. Вот она стоит 2 евро за баночку, почти 2 евро. А, да, это я, у меня это обсуждали на катамаране. Только ее застреливаешь, они ее тут сминают. Бутылку, да. Так, у нас там во дворе столпотворение. Мы вызвали оценщика. Хотим убирать вот это дерево. Вот можно посмотреть, оно вообще самое высокое у нас в округе. Растет, закрывает нам солнечный свет. Кира омлет готовит. А я приготовила красную чечевицу с говядиной и овощами. Продолжаем доводить до ума мой велосипед. Вернее, уже второй велосипед. Причем, я не помню, я рассказывала или нет. Изначально Андрей мне подарил белый, но потом удалось купить в гораздо лучшем состоянии черный. В итоге основной теперь стал черный. Вот, и его купили на нашем местном Авито, местном сайте объявлений, Маркетплейсе. Купили багажник. Установлен. Да. Он сочетается хорошо с крылом, конечно, я не понимаю, зачем они его сделали таким маленьким диаметром, чтобы не садились. Ну да, а сумки на него должны крепиться. Мою перевесим? А? Ту перевесим, предыдущую мы. Это надо, наверное, продать, да, от Элит? Кстати, она одинаковая. По размеру нет, конечно. Где она больше? В смысле, она выше. На сколько? Нет, на много, на 5 и шире сильно. Ты положишь сюда аккуратненько дамскую сумочку. Очки. Очки. И чиваву. И чиваву закроешь и поедешь со всем подмосе элегантно. А всякие вот эти вот трэш-продукты возить, это другие велосипеды есть. Выехать за тобой на большом велосипеде и вести все по классу. Если что, торгуюсь за переднюю корзиночку. Пока не понимаю, за ту ли я торгуюсь, там все опять сложно с моделями. Но, возможно, у тебя будет передняя корзиночка. Нам сказали, что спилить дерево будет стоить 700 евро, и мы решили, что, возможно, даже если купить новую пилу и сделать все самим, будет гораздо дешевле. Ну, мы пилу, конечно, покупать не будем. В общем, это правда, но это прекрасная отмазка, чтобы купить себе пилу. А нет. Да. В чатике Зандама или в чатике Ховдорпа? В чатике Букина, например. Мы идем за насадку. Да. До лобзика. А это вот это называется японская пила или нет? Может, я не знаю, я не только японские пилы. Андрей мне так поставил багажник, чтобы не смогли вытащить цепочку до конца. Сейчас придется назад раскручивать. Наоборот. Пришла зашивать.
35600. Вычитаем, сколько остается. Шуй. 80% времени мы ищем инструменты, которые только что держали в руках, а остальные 20% наводим порядок после ремонта. Да. Значит, вот это помещается свободно. Угу. И здесь живет. Сегодня после очередных гостей постирала и постельное белье, и одеяло, потому что уже, ну, в общем, пора было его стирать. В целом, вообще, даже вот эти супер дешевые одеяла из Икеи, вот видно, что это явно не самый дорогой вариант, они нормально отстирываются, видите, вот у меня уже тут видно, что не раз стиралось, насквозь протерто кое-что, вот, но они вполне себе и стираются, и сохнут без приключений. Это не перьевые, а синтетическим наполнителем. У меня вот такие одеяла, они используются, как, знаете, как есть Four Seasons, которые такие, типа, там, потолще, потоньше, там, по-всякому их можно комбинировать. У нас, в принципе, вот такие тоненькие для гостей мы используем либо одно летом, либо, если зима и холодно, то два в одну, в один пододеяльник. А подушку я постирала и поставила сушиться с шариками. Там они не шарики, а эти мячики теннисные, желтенькие, болтаются. Вот, но эта подушка, она уже какая-то вообще ужасного желтого цвета, который не отстирывается. Наверное, уже пора ее менять. А это у меня всякие царапины от велосипедов на стиралке. Потому что у нас стиралка стоит вот здесь. Фасад поднимается вверх на петлях, просто закидывается и фиксируется на магните. Зачем мы приехали? За днищем. Мы приехали снять сториз с текстом. Это просто днище. Или речное дно. Да? Они? Так, ага. 50 евро. Так, нам нужен... Два раза 90-200. Да. Да, 50 евро будет. Выбирай красивенькие. Там на них спать всю оставшуюся все жизнь. Одинаковые. Это Икея. Так. Мы только что взяли вроде бы два одинаковых днища. Но это просто днище. Да, это просто днище, да. У них разница в толщине, ну, сантиметра на три.
То есть количество речек одинаковое, но при этом у верхнего речки сильно тоньше, чем у нижнего. Где выбирать одинаковое. Я не помню, я рассказывала или нет. Мне кажется, снимала влог, но уже какое-то время назад мы уже куда-нибудь съездили. После этого я все забыла толком. Значит, что я тут смотрю? Я смотрю стул. Эвану нужен, потому что он уже вырос из своего. В принципе, у Гордея стул тоже не очень. Честно говоря, ничего сильно подходящего нету, чтобы нам по интерьеру подходило. Было удобно. Днище, фрикадельки, подушечки. А то я хоть и постирала гостевую подушку, но что-то уже очень не очень. Для любимых гостей будут новенькие подушки. А потом и для нелюбимых. Для любимых гостей, если быть точным.